Добрый день всем! Сегодня у нас будет обзор стиральной машинки Miele 3575. Вот ее технические характеристики. Редакция Medic Wash. Мощность у нее почти 2,5 кВт и мощность суммарно вместе с двигателем в пике. Мощность нагревательного элемента 2 кВт. Люк традиционно для Miele сделан из нержавейки. Стекло достаточно толстое. Давайте посмотрим, какие программы у нее есть. Кстати, открывается она дверцей, кнопкой, что типично для Miele. Мы посмотрим вариант на русском языке. Какие программы у нас здесь есть? Хлопок, час время стирки, час 39. Гигиена, час 51, 60 градусов. Хлопок, лен. Синтетика, также возможные варианты синтетики 60, 50, 40, 30. Отдельная кнопка слива. Есть хороший вариант подушки. То есть она стирает, анализируя то, что вы можете туда положить одну или две подушки. Стирает почти полтора часа. Она после этой программы подушки не скатываются вместе в одну сторону. Из неплохих программ есть часовая стирка «Новые вещи». То есть когда вы берете новую вещь с магазина, можете поставить эту программу. Экспресс 40 градусов 31 минута. Вот она. Естественно, есть варианты с шерстью. Вот шелк 36 минут. И тонкое белье. На любую из программ, например, хлопок, лен 90 или вот, например, 60 градусов, вы можете поставить зуммер, она будет в конце пищать. Дополнительное полоскание добавляет приблизительно 7 минут. Интенсивная стирка, она будет стирать дольше и чуть-чуть быстрее. Можно добавить предварительную стирку, можно поставить замачивание. Замачивание, как вы видите, идет у нас полчаса. Вот. 3.01, 2.31. Можно каждой кнопкой замачивания добавлять по полчаса. Видите? Если вы хотите отменить, вы отменили. Поставили еще раз. Час 31. Вот, предварительная стирка. И вы можете, смотрите, добавляем замачивание. 2 часа, 2.30, 3 часа, 3.30, 4. Интересно, до скольки можно? 7, до 7 часов. Что еще из нюансов? Хотел уточнить. Отделение стандартное. Основная стирка для ополаскивателя и предварительная стирка. Барабан внутри сотовый. Есть большая разница между вот сотовая структура по всему барабану. Это немножко улучшает качество самой стирки. Есть также кнопки диагностики дополнительно. Это дозировка, если идет, там датчик пенности идет. Если она забилась и не подается вода.